Здравствуйте, это канал Максимадзе, и у нас сегодня мод на игру Hello Neighbor. Прислали мне в ВК. Вот такой мод называется Hello Neighbor Deluxe. Сейчас мы с вами узнаем, что это такое. И надеюсь, что сыграем в него хорошенечко. Короче, показывают нам, какие кнопки чего делают. Дом из прототипа у нас здесь. Такой вот поселок, там поворотцев. Ну, тут проделано все вот так. Окна закрыты. Так, а звук? Звук все-таки из... Звук современный все-таки здесь. А, музыка из релиза играет. Нифига себе, тут какая-то супер навороченная коробка. Эта дверь тоже закрыта. А, погодите. А у этой двери звук старый, звук из прототипа. Ну хорошо, давайте смотреть. Так, у нашего персонажа модельки нормальной нет. Дом как в Приальфе. Так. Это у нас что делает? Опанце. Там что-то есть? Не открывается. Здесь есть фонарик, значит, можно подсветить, посмотреть, что там. Не, не видно ничего там вообще. Там, по-моему, стенка, просто ничего там нет. А, погодите, вон, там что-то есть. Там телевизор стоит. Здесь диван. А почему войти-то туда нельзя? Ну-ка, может, стекло можно разбить? Ну-ка, давайте попробуем. Ой, я случайно наводником навел. Еще раз. Ага. Давайте теперь залезем туда, попробуем. Фонарик отдайте мне сюда. Не, залезть туда у нас не удается. Тут невидимая стенка, походу. Но, благо, удается разглядеть, что вообще в этой комнате находится. Комод, который в стенку входит. Телевизор и диван. Ну, выглядит комната не так уж и плохо. Ну, а в остальном так же, как и опа. А вот и сосед наш появился. Ну, даже катсцену проделали прям. Все проделано. Так, молоток он кладет куда-то сюда. И ключ на кухню, и разумеется. Окей, хорошо. И начинается игра уже в этом моменте. А мы спать можем? Да, мы спать можем. Только, по-моему, время суток от этого не меняется. Да, время суток не меняется. Ладно, последний раз. Да, время суток тут не меняется. Ну, домик довольно уютно выглядит. Мебель хотя бы расставлена хорошо. Но почему в ту комнату нельзя попасть? Это плохо. Кстати, я вот что думаю. Вот у меня есть релизная версия Hello Neighbor, оригинального. Обычного, самого. И вот я думаю, что и надо бы ее мне приобрести в Стиме. У меня пиратская есть, а я считаю, что надо лицензионную в Стиме взять. Чтобы появилась возможность загружать модификации туда. Там же в Hello Neighbor есть раздел в меню модификации. И в лицензионной версии через мастерскую Steam можно туда загружать моды и запускать их прямо в игре. И, наверное, я так сделаю в ближайшее время. И мы будем... Опа, даже это машина соседа. Думаю, мы
Так сделаем, и я буду там снимать тоже моды. На пиратской версии это фиг получится сделать. Там, по-моему, нельзя. Так, ладно, давайте пошли. Опа, вон там сосед уже. Еще одна машина соседа. Давайте попробуем отвлекающий маневр провести. Он выйдет или нет? Нет, он не выходит. Ну, помидорчик, блин, ничего не вижу, черный экран. Так, ну шкафчик этот заготовлен. В комодах пусто. Ой, а что такой яркий-то? Те же три аудиодорожки, что в предыдущем моде мы смотрели. Alternative Reality. Так, ну в этой комнате ничего нет важного. Вот второй этаж. Очевидно, что тут есть. Так, там, по-моему, что-то есть. Так вот я не вижу, что. А, кружка. Так, закрыто. Но тут второй этаж тоже. Не, опять я ничего не вижу. Монитор у меня барахлит. Уже не один год, кстати. Блин, спрятаться туда нельзя, к сожалению. Так, ну ключ это на кухне. Я помню, он там на кухне положил в кат-сцене. Так, а тут что-то есть? А, мы туда войти даже не можем. Проверим тут что. Ничего тут нету. А здесь у нас чего? Так, ну здесь тоже ничего нет. Здесь обычная комната. Здесь заперто. Так, ключ добыли. Пора валить на второй этаж, пока сосед нас не заметил. Окей, а вот и молоток. Что-то я не помню, он закрывал на ключ подвал или не закрывал. Ладно, давайте. Не помню, по-моему, не закрывал он на ключ его. Сейчас проверим. Чё-то это легко вообще было. Дайте угадаю, он меня сейчас закопает. В Альфе 1 тоже та же самая концовка была. Подождите. Я на каком-то стуле. Мне что-то говорят. Это что? Меня придавило, что ли? А! О, следующий дом. Прикольно, следующий дом. Короче, какой-то Рено нас задавил. Что ж. Прикольно. Мы можем спать. Спать мы можем, только тут что-то тоже, по-моему, не меняется время суток. Ладно, давайте последний раз поспим. Не меняется. Темное время суток здесь. Так, второй комнаты здесь нет. Что-то это как что-то с прототипом как-то было вообще все легко. Так, там ничего нет. Мы даже соседа не встретили. Опа, дождь. Дождь, нифига себе. Дождь они добавили сюда, прикольно. Это включает или... Нет, он не включается, по-моему. А, нет, включается. Только очень плохо видно ее. О, там даже там город на заднем плане. Выглядит довольно-таки прикольно.
Мне очень нравится то, что происходит в домоде сейчас, хотя в прототипе что-то было слишком легко. Мне фонарик нам пригодится, потому что там ночь. Так, дверь только на доску заделана. Проверим задний двор сразу же. Ого. Он на улице? Так, проверяем сразу, есть ли что-нибудь в комодах или еще где-то. Нет, тут нету ничего. Я вижу только фонарь. Он где-то на улице, он открывал дверь где-то. Опа, молоток. Видимо, он нам нужен для открытия подвала. Только бы не заметил сейчас. Закрыто. Закрыто. Вау, блин. Блин, предметы не сохраняются. Очень печально. Придется нам снова проникать туда. Ну ничего. Да с молоток что-то мы добыли легко. Но мне кажется, надо проверить и другие комнаты. Там. Ё-моё, не-не-не-не, не трогай, пожалуйста, меня. И чё, он так и будет там, что ли, стоять всё время? Он забажился, по-моему, немного. Надо и другие комнаты проверить, потому что там какой-то замок был. Если я посплю, у меня фонарик пропадет или нет? А, если спать, все начинается заново. Лечь на кровать, это типа рестарт. Рестарт, это не очень-то нам выгодно. Да блин. Он все время там появляется. Ладно, придется вдруг. Придется с черным входом ходить. Туда мы не пройдем. Давайте откроем двери. Пока сейчас он не выходит. Сейчас он, по-моему, вышел. Опа, тут автомобиль. Смотрите, это тот самый Рено, который сбил нас во сне. Новый автомобиль у соседа. Ну, автомобиль-то в ушатанном, конечно, состоянии у него. Я застрял в чем-то. Пипец, я застрял, я не могу вылезти отсюда. А, нет, я не застрял. Нет, я застрял теперь в двери. Нет, я все-таки застрял, я не могу отсюда вылезти. Короче, мне пришлось этот дом первый проходить заново, потому что не было никакого другого выхода. Ладно, походу в гараж заходить нам не следует. Там все равно я никаких полезных предметов не нашел. Но некоторые другие поизучать, наверное, следует. Ну, прелестно. Сосед-то ведь теперь... Когда сосед нас ищет-то, мы теперь не можем от него никак. А, тут физика двери, что ли, есть какая-то? По-моему, там дверь немного. Попробуем. Или показалось, наверное.
Наверное, показалось мне, потому что я что-то не обнаружил там такого. Ладно, продолжаем смотреть. Так, туда мы не попадем, тут шкаф стоит. А что насчет этой комнаты? Что-то тормозит тут начало все. В этой комнате тоже ничего нету полезного. Я ничего не вижу. Опять я черный экран. А, тут шкаф стоит. А, точно там шкаф. Видите, последняя комната, которая нам осталось проверить, это... Опа. Кладовка. Можно надеяться только на то, что там ключ лежит. Но, по-моему, нам этот ключ вообще не нужен. Нам единственное, что нам надо, это взять молоток и отколопать доску. Да что ж ты будешь делать, а, с этим? Он нас не трогает, подождите. А, здесь тоже закрыто. Там второй этаж есть. Эх, жалко, он не дал нам на него в него залезть. Ну-ка, нам надо проверить его. Нам надо второй этаж проверить. Там что-то было. Прям точно было что-то там. Мы должны проверить второй этаж. Просто должны. Все секреты мы с вами любим изучать. Опа. Тут пипец. Ну вот как он меня выслеживает-то? Так, давайте посмотрим, что тут. Тут. Опанцы. Тут реально есть что-то. Так, может сосед нас не найдет? Вдруг нам повезет, и он нас не увидит. Так, ну тут ничего нет, но все же. Второй этаж проверить. Мы должны были. Еще одна комната здесь. И даже не одна комната тут у нас. Что у нас тут еще? Да блин, да тут еще комнаты. Полезных предметов я тут не нахожу. К сожалению, здесь забито доской. Но надо украсть молоток из кладовки, чтобы... Ой, это из котельной. Чтобы открыть эту дверцу. Мы это тоже сделаем. Ведь все загадки мы должны с вами узнать. Так, стоп, а откуда мы вышли? Это пустая комната? Блин, тут заблудиться немного можно, если честно. Где тут, где выход со второго этажа? Сосед куда-то вроде исчез. Так, проникаем сюда и крадем молоток. Мы должны узнать сначала, что на втором этаже в той комнате за доской. А потом... Блин, она упала. А потом, что находится в подвале. Окей, мы проникли сюда. А теперь идем открывать ту дверь. Это мы просто обязаны сделать. Не работает. Она не открывается.
Так, видимо, не функционирует. Он может повиснуть. Но эта комната не открывается. Очень печально. Ладно, тогда идем в подвал. Жаль, я так хотел узнать, что находится в той комнате. Но, видимо, там не находится ничего. Эй, а как? А как открывать? А как? И это, и здесь не работает, что ли? Так, стоп. Тут какой-то ключ. Ключ от какой-то двери. Сначала эту проверим. Нет, не подходит. Что ж, тогда проверяем ту, которая вот здесь. Ага, здесь подходит. Так, тут второй ключ. Это от этой двери. Вот этот второй ключ пользы-то особой как таковой не дает. Ага, молоток тут лежит. Только этот молоток... Может, этим молотком можно открыть подвал? Так, давайте здесь выйдем, что... Я что-то боюсь соседу попасться на глаза. Может, этим молотком можно открыть? Интересно, этим ключом можно открыть эту дверь? Нет. Не, этот ключ не подходит. Давайте проникнем на второй этаж и этим молотком попробуем тоже. Открыть. Ну, скорее всего, не... А, не, работает. Работает. Оказывается, это не все еще потеряно. Тут каким-то молотком можно, а каким-то нет, оказывается. Так, проверяем комоды тоже. Но здесь лежит ключ, ключ от той кладовки, я так понимаю. Что ж, интересно, интересно. Только бы тут соседа не было, пожалуйста. О, наконец-то. И выдерга. Эта выдерга по-любому уже от подвала идет. Все, отлично. Дверь открывается? Нет. Отлично, мы оказались в подвале. И сейчас мы этот подвал будем с вами изучать. Да. Да, мододелы чаще всего любят делать подвалы, из которых в Альфе 2, в Альфе 1.5 был. Это самый популярный подвал. И его чаще всего используют у нас. Так, давайте комоды все обшарим, потом уже пойдем туда. Ой-ой. По-моему, нам бежать надо или нет. Ой-ой, бежим нафиг. Бежим, 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 бежим. Мне кажется, там молоток надо было взять. Я открыл доску, только... только не это. Мне заново это проходить все теперь, что ли? Так, попытка номер два. Вот это, блин, она полетела, конечно. Так, теперь... Вот теперь со всех ног бежим. И не застреваем. Надеюсь, тот молоток нам брать было не надо. Тихо. Ой, блин, ну вот развернуло меня. Вот очень прям хорошо меня развернуло. Не, не застревай, только не застревай, только не застревай. Нам в дверь в эту надо или... Что это? Куда мы попали? А
Опять какой-то разговорчик между соседом и... О, это... А где мы... А мы где вообще лежим? Мы где... Мы куда попали? Well, then, you probably remembered what happened, and what happened next. Get well soon. И что? Это все? По-моему, это все. Да, это походу все. Ну что ж, пора оценить этот мод. Мне мод понравился, я ему поставлю галочку. Реально хороший мод, много чего интересного мы узнали. Ссылочка на скачивание этого мода будет в описании. Всем спасибо за просмотр, с вас подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.